Отсюда и не ори. Ты чувствуешь, пахнет? Я просто на будущее всем команд предупреждаю. Окей, все хорошо. Просто бумажки-то вы раскинули. Я хочу дать командам слово, каждой команде, окей? Почему они там должны выиграть и так далее. Сейбра, вы скажете? Потом Панкс Электро. Почему должны выиграть? Ваши ощущения и так далее. Тишина. Сейчас скажу. Всем спасибо, панки. Красавчики просто. Молодцы, похлопаем, поаплодировали. Устроили великолепное шоу просто, вне сомнений. Но у меня один, вот все понравилось, да, свои косяки все мы знаем, все вы поняли. Но единственный осадок, который у меня остался, это то, что в нашем танце, как мы его сейчас называем, стало цениться клоунничество, клоунство. Нам нужно покувыркаться, нам нужно попинать мячами в голову, нам нужно попрыгать. Это танец. Я понимаю, какие-то там... Тише, тишина, тихо. Это танец! Мы танцуем! Мы делаем хореографию! Мы не кривляемся! Это не относится ни к банкам, ни к кому из команд! Это общий осадок от всех батлов, который остался! Мы не должны кривляться! Мы развиваем культуру! Мы пытаемся продвинуть ее в массы! А этим кривлянием мы только ее отталкиваем людей от себя! Потому что если бы я пришел просто посмотреть и увидел бы эту хрень, я бы ушел! Я бы посмотрел бы, ну да, прикольно, что-то танцует! Второе! Ребят, я же говорил, я ничего личного никому не обращаю, не надо. Просто жопу можно показывать где угодно, но нигде почему-то это не приветствуется. Это все, я просто сказал, какой осадок остался. Спасибо зрителям, спасибо судьям, спасибо всем нашим соперникам, видел был Электрокрю, сборная Москвы, Сейбра, Академия The Dance, Victronic, Vortex Crew. Я благодарю всех, я выражаю им огромный респект всем командам.
спасибо прежде всего парням со мной в команде. Я вас безумно люблю, безумно готов с вами сделать все, вообще все. Всем спасибо. Мы действительно долго тренировались, работали. Надеюсь, вам понравилось. Не буду продолжать полемику по поводу клоунничества или нет. Судейство, я думаю, покажет, как бы, кто клоун, а кто нет. Я думаю, что в первую очередь должен сказать главный сегодняшний судья, конечно же. И это не я, как многие из вас подумали. Пом-пом. No, nothing at all. Just a couple of words. From the respect of, you know, French, and you saw and you participated in the final. So you have to say something. After France, Russia is the best country in the world. Хочу поблагодарить всех за вот это шоу, которое сегодня вы показали. Команды показали себя достойно, показали, что могут подготовиться. Очень много сюрпризов преподнесли. Я считаю, 7-й Vertified, он удался как командный, прежде всего. Вот. И ребята проделали действительно колоссальную работу над собой, над взаимодействием. И как принято в командах, развили чувство друг друга, прежде всего. Вот. Доверие, поддержку. Вот. И она проявляется не только в танце. Вот. Настоящая команда, она сплоченная. Спасибо. Я, пожалуй, скажу. Я сегодня уже много наговорил. Как я говорил, скорее всего, завтра вы меня все будете ненавидеть. Но ничего страшного. Господа, я просто хочу от лица всего белорусского электро и Республики Беларусь поблагодарить вас. Огромное спасибо за все, что вы делаете, на самом деле, за ту честь, которую вы оказали нашей стране, пригласив меня сюда. Надеюсь, никого не обидел. Кого обидел, знаете, это заслуженно. Ну а по поводу финала... Я уже 300 раз пожалел, Спанч, что не сказал тебе тогда «да, выступайте за Беларусь», когда ты мне позвонил. Шутка. Но я бы просто хотел сказать одну вещь по поводу полемики насчет шоу и спорта. То, что сделали вы, ребята, приведет вот эти вот 200 человек к осознанию того, что есть куда расти. Но то, что сделали вы, приведет 200 тысяч человек из «Контакта» к осознанию тому, что электроденс нужно заниматься. Вот и все. Шоу – это шоу. Спорт – это спорт. На то в соревнованиях и есть батлы, и есть шоу. Пусть будет так. Всем спасибо. Все было классно. Подождите 5 минут, мы заполним все дипломчики и всем подарим. А еще что? 1-1 еще и 2-2 еще. 1-1, Арти и еще кто-то был. И Данила. Финал. Сейчас на зарядку поставить, оттуда снимать надо. Прям сейчас?